Итак, привет, ребята. Как вы знаете, у нас сейчас судный день. А именно, убийство Барко. Сейчас 20 мая. И Барко посещает то место, где там Никита и Толик толдычили автомобиль еще в сентябре 2016-го. И вы туда поедете, и там будет Барко. Точнее, это не Барко, а Суат. Просто я люблю его называть Барко. Так вот, он будет в своем черном фургоне. И когда он вас увидит, то сразу же и вы начинаете гонять, пока он не вшатается куда-нибудь, например, в грузовик. Если вы заедете в загородную местность, то он может вшататься в дерево, ну или же в другой автомобиль, или в грузовик. Ну, вы меня поняли, короче, у вас уже есть оружие именно. Никита, у тебя какое оружие? У меня револьвер и дробовик с двумя трубами. То есть помповое ружье с двумя трубами. Ну вы поняли. И Томпсон. И у Толика, и у Ильи то же самое. Ну все, едьте на задание. Хорошо, босс. Ребята, если честно, я удивлен. Мы впервые едем к Суату. Да, я тоже удивлен. И я тоже. Никита, мы доехали уже. Стреляй! А не текай. Ну держи. Догоняй Суата. Стреляй. Он уходит. Стреляй по водителям. Да и по охранникам тоже. Я знаю, как словить Серджио. Барку можно как словить. И как? Он рано или поздно завернет на трассу, затем поедет прямо и дальше, а затем через дорогу возле океана, а затем уже там будет конец дороги. Я такое уже делал еще в сентябре 2016, когда догонял вора. А, ну ясно. Но мне интересно, а это сработает на Барку? Думаю, что да. Вот видите, он свернул сюда. Вот видите, он свернул налево, а не направо, или поехал дальше. Поняли. А эта дорога точно ведет на мост? Ну да. Я ж не буду вас обманывать. Слушай, ты не врал. Еще он на трассу заедет, на мост не заедет, а поедет прямо. Ну, то есть, он когда заедет на трассу, он может свернуть либо на мост, либо на дорогу, которая ведет до конца дороги. Понял. Вот видите, я такое же сделал и с грабителем то же самое было. Правда, у него была другая машина. А, ну ясно. Так вот, кто протаранил этот забор. Ну, это вор. А я думал, что Барку. Я помню это место. Сюда же я тоже тут же еще гнался за вором. Вот, видите океан теперь? Видим. Кстати, а мне интересно, почему по этой дороге никто не ездит?
Да потому что она еще не достроена. А, Б. А вот и конец дороги. А, ну ясно. Все, ждите здесь. Как я говорил этому вору, когда он увидел, что уже конец дороги, то он остановился, а потом я вышел из машины и подошел и сказал ему: «Вот ты и попался, дружок!» А он говорил мне, чтобы я его не убивал. Но я его все равно убил и забрал деньги. Ну все, оставайтесь здесь. Хорошо. «Вот ты и попался, дружок!» В смысле? Ты кто такой? Эй, 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 нет. Нет, нет. Смерть. Ну чё, ребят, едем обратно. Ага. Бедный Барко. Ну все, ложи оружие в сундук. Ну все, пока, босс, пока. Дом, милый дом, и дом, и милая парковка. Парковка, милая парковка. Дом, милый дом. Наконец-то я вернулся домой. Уже потемнело уже. Моя любимая постель.